Ульяна, на выход. Ульяна, на выход с вещами. Давай. Иди. С вещами на выход. Пойдем. Добрый день. Ты этот телефон-то свой забрала? Да. Все, давай с Богом. Все, побежала. Сейчас маму сломит. Да мы вообще чуть мимо не проехали несколько раз. Девочка нормальная, можно заниматься, но одну нигде оставлять нельзя. Легко подается влияние. Тут еще одна такая подружка сидит, ну, зеленая. Угу. С той намного труднее. А с этой доехали, и она молчит, и то, что надо. Нигде не выглядывает ничего. Ну и здесь также было. А если отдельно где-то, она попадает легко под влияние. Это да. И поэтому одну где-то, особенно где мальчики, там быть очень осторожны. Я хорошие даю характеристики. У нас высшая награда, не отказано приехать на следующий год. Если когда-то вздумает приехать. Если захочет. Вот чтоб знали. Ну иди, Ульяна, простимся. Так, теперь пока не ушли при маме, скажи, ты обижаешься? Нет на нас здесь? Нет. Чем-то недовольна была? Выскажи, пока не уехали. Нет. Нет, еще нет. Ну, они работали до обеда, всегда работают. Или щепочки собирают, или травмировать. Пальчики научиться работать. Иначе она никому не нужна будет. У нас сейчас лагерь такой. Я 45 лет начальник детского лагеря был. А сейчас мы перешли, купили несколько домов. И приезжает как гость. Она была не в лагере, а была в гостях. Это надо помнить. И приезжает с родителями очень издалека. Вот сейчас у нас крещение будет. Едут из Сирии. Из Сирии, из Германии. Принимают крещение в озере. Бесплатно. А в церкви это все ладошкой мокрой задел, платить деньги. У нас по-другому. Мы долго учим. Я вел занятия в 5 университетах. У нас почти 500 часов было, пока человек подготавливался. Вот эта деревня, она одна из 21 тысячи погубленных. 21 тысяча полностью исчезли. И 10 тысяч дышат наладом. То есть 1-2 человека осталось. И ничего нельзя сделать. Выступала депутат законодательного собрания в Барнауле, Нина Данилова от КПРФ. Она говорит, это не просто стерли название на карте, это потеря территории, здесь другие народности будут жить. Китай вплотную подпирает. Вот так. Она и в церкви вела себя очень хорошо. Ну, мы довольны, что у нас Уляша была. Ты довольна? Да. Так что, езжайте с Богом. Доброе, сохрани. Вон ее подружка. Ну-ка, иди сюда, бегом. Викерия, бегом беги, попрощайся, бегом беги сюда. Все. Вот они все. Я-то разгорится так уже сбоку. Ребята все сами идут. Гликерия. У нас тут пруды восстанавливаем, сейчас мы сваи сбиваем. Это работа очень тяжелая, и государство должно делать. А мы и дороги, и все сами защищаем. Сумки свои забрала? 29 лет государство ни рубля не помогло. Ни рубля. Ну, это значит такое государство. Я вот начальник детского лагеря был 45 лет. Тысячи детей подняли, ни рубля не дали. А только гнобили, давили, что там санэпидемстанция найдет. Вот последний раз было отколотая эмалью по крышке в кастрюле. Там это, ну, какое отношение имеет? За 45 лет ни один больной ребенок не был. Ни один не утонул, не сгорел, не отравился. Главное это достоинство, то, что она здоровенькая, и все у нее как положено. Поезжайте с Богом. Ладно, поехали. Вы дорогу дальше знаете, какую-то? Вот по этой дороге, как сейчас выйти, деревья, и она дорога заворачивает, вон там железная дорога, видать.
и там вдоль железной дороги до переезда, километра еще 4. А дальше как выйдет, и там видно куда. Вот в этом направлении, на Барновом. Там для лесов видно будут высоковольтные. Под нее мелькнете, видите? Спасибо большое. Вас можно покормить? Нет, мы поедем, а то там сейчас дорогу размоет, да, я потом не проеду. Давайте. У вас одна ведущая-то? Да. Это труднее. Трудно. Мы сюда, блин, плохо, с трудом. Ну давайте, с Богом. До свидания. До свидания, с Богом. Они откуда ехали-то? Почему не цепляют? Да не надо на урок уже, уходите из дождя. Они по ущелью уехали, все. Что ты узнаешь, это не шут. Давай, иди на мой язык. Быстро заходи. Может, не болтали из-за этого?